Оренбург сегодня посетил президент России Владимир Путин. В наш город глава государства прибыл во второй половине дня и сразу отправился в Беляевский район, в заповедник, где выпустил на волю лошадей Пржевальского. Вернувшись из заповедника, президент провел встречу с оренбургскими предпринимателями и переработчиками сельхозпродукции, которые работают с Казахстаном. Обсуждение вопросов завершилось поздно вечером. Подробный репортаж об этом смотрите уже завтра в вечерних выпусках программы «Наше время».